Здравствуйте, меня зовут Евгений, вы смотрите обзор салона гитары комплектующих Маэстро. В данном обзоре я расскажу о гитаре Черниговской музыкальной фабрики. Вот. У нее традиционный внешний вид, ну, в принципе, как и многие другие. У нее есть анкерный болт, с помощью которого можно регулировать расстояние от струн до грифа. Металлические струны, колки стоят, отлично держат строй. Что еще? Нет, ни трещин, ни сколов. В принципе, обычно такая рабочая лошадка. Отлично подойдет как для начинающих, так и для более опытных гитаристов. Вот. В принципе, ну давайте послушаем.